Всех приветствую на канале Блог Художника. И вот наконец-то я завершил оформление витрины. Осталось снять занавес. Ну вот так вот оно примерно все и выглядит. В Колизее я замутил подсветочку. В пещере тоже подсветка. Горят фонари у античной постройки. Светятся факела. И двигаются корабли. Также поднимается вверх и вниз по струнам королевский дворец. На фронтальные позиции я поставил распечатанных на металле человечков, которые вырезал по контуру. То есть с фронтальной стороны это распечатанные фотографии реальных актеров. Здесь внизу вот такое вот нагромождение из дерева и проводов. Как работает данная система, вы можете посмотреть в предыдущих видео. Остаток гирлянды от подсветки Колизея также спрятана внизу, ее никто не видит. Вся электрика при необходимости выключается нажатием одной кнопки.